Вы бы согласились за $400 в месяц таскать такие шпалы? Каждая такая шпала весит 250 килограмм. Атырауская область, Макасский район, Казахстан, Теміржол. А это тоже Атырауская область, тоже КТЖ. Люди толкают вагон весом в десятки тонн. Там КТЖ. Көріндерва, пучының жұмысын. Өзің то путиш боласың, тепловоз боласың. Видео записано 4-5 марта 2023 года. И такое положение дел по всему Казахстану. Везде КТЖ используют людей как вьючный скот. Через несколько часов после такой работы у людей болят ноги, спина, руки. Через месяц у людей хронические заболевания, как опорно-двигательного аппарата, так и внутренних органов. А это фото вы видели у нас на канале. Проводники из Астаны вручную собирают уголь для обогрева вагонов КТЖ. Деньги в КТЖ есть. Денег там много, очень много. Руководство КТЖ давно могло бы купить современную технику для перевозки шпал и перегона вагонов. Но зачем покупать, когда рабочие и так все перенесут и перетащат вручную? Вместо улучшения условий труда и повышения заработных плат рабочих, руководители КТЖ, оно же правительство Казахстана, тратят миллиарды долларов на свои нужды и на разные распил-проекты. Например, в декабре 2022 года руководство Казахстан Теміржолы заключила в Швейцарии контракт на поставку 537 спальных вагонов на общую сумму в 2 миллиарда 300 миллионов евро. На гулянки и пьянки руководство КТЖ тоже не жалеет денег. В августе 2022 года КТЖ потратили 500 миллионов тенге только на проведение одного мероприятия – концерта в Астана Опера. Казахстан Теміржолы полностью на 100% контролируется правительством Казахстана. КТЖ – монополист всех железнодорожных перевозок в Казахстане. И тем не менее, при таких огромных доходах у КТЖ имеются долги на сотни миллионов долларов перед зарубежными компаниями. Получается, что правительство, руководство КТЖ не только некомпетентны, но и воруют вагонами, а точнее составами. Работникам КТЖ всех специальностей пора объявить всеобщую забастовку. Пора прекратить этот беспредел. Вы ведь люди, в конце концов. Пусть платят достойную заработную плату, пусть покупают технику, пусть выплачивают вам компенсацию за потерянное здоровье. Создавайте закрытые чаты, организовывайтесь, бастуйте и побеждайте. Там КТЖ. Көріндерва, пучының жұмысын. Өзің то путиш боласың, тепловоз боласың. Ал мен 4-2 база. Жыбыш балдар тасып атыр. Былай қиындық па. Екі бастан көтер па. Былай тасып атыр. Давай. 4-2 помес база жывлар осылай тасып атыр. Көтерген. Бас. Ағаштан. Левенный.